Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа рукоделия, я Вика. Сегодня у меня небольшой обзор, вернее, он, я не знаю, как назвать правильно, обзор или болталка, потому что мне и сказать вам кое-какие вещи хочется, и показать вот эту вот книжку, одну и вторую. Они на чешском языке, но я, как понимаю, разных авторов, но один издатель, видите, они в одном и том же оформлении. Купила я эти книги здесь, в Чехии, и магазин у нас называется «Дешевые книги», «Левные книги», кто у нас живет в Чехии, девочки есть. Я думаю, зайдите туда, пожалуйста, вы не пожалеете, там можно найти очень такие симпатичные и по цене симпатичной книжечки. Вот, я, кстати, много книг, не только по вязанию, много книг там покупаю. Вот, вот эту книжку я сделаю на вот эту обзор, а эту, девчонки, я хочу разыграть. Вот прямо сейчас я пошлю в любую страну. Она на чешском языке, но сейчас в наше время, девчонки, перевести любой текст с помощью приложения очень легко. Поэтому, я думаю, любой вязальщице, вот такая вот я быстренько пролистаю, эта книга «Скандинавские узоры». Я же говорю, я ее хочу разыграть, потому что я в эти дешевые книги хожу очень во всех городах. Это сеть магазинов, поэтому я их прикупила две. Одна у меня есть, здесь прекрасные девчонки, вот скандинавские орнаменты. Тут особо для продвинутых и читать нечего. Да, шикарные вот схемки орнаментов. Вот. Возможно, я некоторые из них пофотографирую и буду добавлять в сообщество и в Инстаграм, на который вы на Инстаграм, я имею в виду, подписывайтесь обязательно. Вот такие вот прекрасные орнаменты. Кто владеет этой техникой, я думаю, вам вот на любой вкус, и зимние, и рождественские, и детские, ну класс, мне очень понравилась эта книга, вот, и идея как бы комбинации цветов здесь очень прикольные, от попроще до посложнее, ну в общем шикарная книга, девчонки, и ее я подарю, разыграю, вернее, между вами, тут и как мерки, ну в общем, я же говорю, текст вы можете в любое в приложение перевести, сейчас переводятся все тексты. Вот, вот такая вот энциклопедия скандинавских узоров. Вот, получит ее самый популярный комментарий, поэтому досмотрите это видео до конца, оставьте свой комментарий, и вот где-то через 2 месяца я определю, ну, покажу, какой это комментарий, вернее, мы все увидим, кто выиграет, и отошлю победителю эту книгу. Почему не сразу? Потому что комментарии, лайки на комментарии собираются постепенно. И я, вы знаете, что я решила? У меня собралось большое количество журналов и книг, и я в каждом видео теперь буду вот так вот разыгрывать или журнал, или книгу по вязанию. Я же говорю, то, что большинство из них на чешском языке, я думаю, никого не испугает, потому что сейчас перевести практически реально, ну, все реально перевести с помощью приложения переводчика. Вы фотографируете, наводите и читаете. Вот. Итак, самый популярный комментарий через 2 месяца получает вот эту вот книжку со скандинавскими узорами. Вот. Все. А сегодня я обзорчик хочу сделать на вот эту вот книжечку. Почему она меня привлекла, это я сейчас пролистаю и предысторию расскажу. Потому что я завела 2-й канал, девчонки, вынудили меня, некоторые мои хейтеры. Вот почему я говорю, не такой уж обзор это будет, а это будет, скорее всего, вот болталка, да, и с элементами обзора. Вот. Вот эти постоянные придирки к моему голосу, к моему этому акценту. Так говорю, не так говорю, не так вяжу, неправильно вяжу. Тут такое впечатление, что некоторые люди сидят просто и смотрят видео ради того, чтобы найти мою ошибку. Понимаете? И вот я хотела несколько раз снять видео, потому что мне нужно было как бы высказать свое мнение, но потом подостыла, думаю, да
ладно, не буду я. По поводу там узоров вот этих вот, по поводу комментариев, что я удаляю. Я некоторые совсем больные удаляю, а некоторые оставляю, потому что, ну, смысл. Ну, пусть будут для рейтинга. Просто последнее время я даже... Вы заметили, что даже я сердечки не ставлю на комментарии, я просто стараюсь туда не заходить и не читать, чтобы не расстраиваться. Вот именно вот эти вот комментарии, не все, девчонки, я знаю, что у вас большое, огромное количество хороших, добрых, моих, которых я люблю, вот, и которых я ценю. Но вот те, вы знаете, как говорят, ложка дегтя испортит бочку меда. Вот это тот случай. И появится же какая-то и испортит настроение на весь день, что руки опускаются, да, не всегда и на весь день, иногда и на несколько дней. И ничего делать не хочется. Вот именно в такие моменты я и завела тот второй канал. Под этим видео я оставлю на него ссылку, он новенький, он будет только вязание крючком. И там я хочу, чтобы вот именно загорелась идея именно сейчас модная вот везде в ТикТоке, везде-везде вот эти мотивы разные, вязание из этих мотивов. Вот, загорелась идея всякие разные мотивы, свои авторские я буду, пока я только начинаю, но потом уже в процессе я уже, у меня много задумок, много наработок, именно мультяшные герои там вывязывать, схемки делать на мультяшных героев. Ну, в общем, очень-очень много у меня идей. И дай бог, чтобы они воплотились. И плюс я этот канал как бы сделала вот таким вот образом, глухонемым. Почему-то мне так захотелось. Вы знаете, мне кажется, когда я говорю с вами, я вас пускаю глубоко к себе, знаете. И вот у меня часто возникает вот именно после этих, хотя, вы знаете, это двоякое чувство, потому что неприятные комментарии меня как бы выбивают из колеи, и руки опускаются, и не хочется ничего делать. А с другой стороны, и потом из этого же состояния меня вытягивают эти нормальные, ну, хорошие комментарии. И они меня заставляют что-то делать, потому что эти руки опускались очень часто. Тем более в последнее время это же вообще катастрофа, потому что, ну, мы практически работаем бесплатно, и люди этого не понимают, и там вот эти комментарии. Ну да, конечно, канал подсел, просмотры упали. Хочу вам сказать, просмотры у меня вообще не упали. Они только растут, просмотры. Да, правда, что я не выкладываю больших видео, потому что, девчонки, я думаю, что никто из вас... Работать бесплатно, да, вот большое видео, одну вещь мне связать, это неделя работы, просто связать, это потом съемки, это монтаж этого видео, это 2 недели работы, и получается выхлоп у этого видео $20. Вот вы мне ответьте, пожалуйста, на вопрос, вы будете работать 2 недели за $20? Вот, пожалуйста, ответьте, каждая из вас, ответьте мне на этот вопрос. Понятное дело, что мне проще снять узорчик на 3 минуты и забыть о нем, смонтировать за 5 и все. Потому что вот заработки там соответствуют узорчику за 3 минуты. Все, вот как бы, вот это я вам серьезно говорю, девчонки. Я просто не могу себе позволить роскошь снимать длинные видео за $20. Вот и все. Вот. И поэтому я, в принципе, завела тут второй канал, потому что не хочу как бы пускать глубоко людей. Другая причина, он как бы там все оформление, ну, как бы, ну как, основывается на англоязычную аудиторию, поэтому, ну, хотя оно как адаптировано под любой язык, я бы так сказала. Вот. То есть оно не мое кино, как я сказала, под музыку. Я решила не добавлять музыку, а решила эти видео как бы делать под звуки природы, чтобы оно было отдыхающим, да, чтобы это вязание не раздражало, а смотря этот ролик и учась вязать определенный мотив, во-первых, медленно там, да, ну, в общем, я надеюсь, что все понятно, ну, я еще буду как бы совершенствоваться. Но
Надеюсь, что любой стране, любому языку это будет понятно. Ну, в общем, девчонки, если вдруг у кого-то появится желание меня поддержать на этом канале, то будет под видео ссылочка. Больше я думаю, я об этом канале говорить не буду. Вот я хочу, чтобы он жил своей жизнью, развивался естественным путем, не благодаря этим моим подписчикам, которые есть. Вот я сейчас, я же говорю, один раз скажу, и все, больше не буду. Ну, не знаю, на данном этапе я, наверное, так вот решила. Вот так я вот буду действовать. Вот. А эта книга, у нас вот я там крючком мотивы вяжу. Вот. А эта книга у меня спицами мотив. Вот я решила разделить каналы. Все-таки здесь у меня собраны по большому счету спицами девочки вязания. Вот. И вот здесь вот мотивы спицами. И такие они классные. Ну, конечно же, здесь много труда. Это орнамент, да? Я думаю, что это уже продвинутые. Ну, и не считаю, что это как бы хорошая идея для пледа. Вот эти орнаменты можно использовать, ну, как... Хотя вот здесь вот, смотрите, кусочек пледа, и они очень красиво смотрятся, эти здесь идеи как бы из этих мотивов. Ну, все мотивы спицами. Некоторые из них я свяжу здесь на канале. Если вас интересуют вот эти орнаменты, ну, схемки орнаментов, я вам в сообщество выложу с удовольствием. Или отдельное видео сделаю с фотографиями вот этих вот схем. И вы заскрините любую себе схему. Вот, наверное, так. Ну, в общем, я думаю, под этим видео у вас полно будет поводов написать комментарий, чтобы он потом получил большее количество сердечек и вы получили книгу. Вот здесь вот идеи этих мотивов. Прекрасные подушечки, да, красиво, да. Ну, эта сумка, кстати, смотрите, с деревянной ручкой тоже симпатично. Пледики и детские, ну, это все спицами. Вот. Чего в интернете, я думаю, совсем нет. Именно мотивы спицами. Крючком, да, крючком есть. Вот, смотрите, какие прелестные. Вот загорелась. И, возможно, я эту книгу потом со временем подарю. Вот смотрите, здесь и на макушке шапок. И что самое интересное, вот эти вот мотивы, они вяжутся отсюда, не с макушки. Так интересно у них. Хотя, знаете, что здесь плохо в этой книге? Вот описание, смотрите, здесь нет схемы графической, да? Здесь описание. И я знаю чешский язык, я здесь, короче, ну, китайская грамота. Хотя можно привыкнуть, это для начала кажется китайская грамота. Вот здесь вот, видите, квадратик связан и аппликация, что тоже очень интересно. И в итоге получается вот такая вот комбинация. Ну, это пример комбинации. Очень интересная книга, очень мне понравилась. И вот смотрите, прям веточка и прям листочек. И вообще, и тут с цветочком вот такое вот оно нежное в скандинавском стиле. Или в каком это? Вот тоже аппликации на чулочной глади. Очень симпатично, девчонки. Вот пример. В общем, один, признаюсь, один уже мотив я довязываю. В ближайшие где-то через неделю у вас будет пример. Вернее, видео уже подробное спицами. Один мотив очень тоже симпатичный. Все они мне нравятся, все по-своему хороши. Вот, смотрите. Ну, прелесть же, ну, прелесть. Много с аппликациями. А здесь даже бабочка. Вот смотрите, вывезен цветочек и бабочка, аппликация бабочка. Классная очень книга. О, а здесь даже схемы появились. Какое счастье! Вот и прелестно. Вот мы как раз это все можем и разобрать. Видите, и здесь получается летний, если из хлопка пледик, вот такой вот детский летний пледик накомбинировать из таких квадратиков. Ну что, девчонки, вот здесь вот мне очень нравятся вот эти вот, видите, квадраты. Они вяжутся, кстати, набирая вот на четырех спицах и движутся к середине, что тоже очень интересно. Такой квадрат я обязательно, скорее всего, такое, может, и оба. Ну, в общем,
Это все мы разберем. Здесь схем нету. Здесь у нас китайская грамота. Здесь шит. Как ни странно, вот этот вяжется от угла и сшит. В общем, все вот эти мотивы, это тоже сшит, но этот можно вязать и как бы от одного, а потом привязывать. Так что здесь можно его сделать цельновязанным. А большое, ну, вот, смотрите. Ну, прелесть. Ну, вот скажите, какая прелесть. Правильно подобрать нити. Вот здесь вот, как бы, уже готовая подушка, да? 4 мотива, и вот это вот 4 мотива, и подушка готова. Очень классно. Особенно те, кто не умеет с крючком вязать. Да, это дольше, чем крючком, но это очень красиво, мне кажется. И тут идея для подушки прекрасная. Да? Вот. Все, девчонки, я не буду долго останавливаться, долго мурыжиться на этом всем. Я, в принципе, сказала то, что хотела. Сейчас я уже, конечно, подостыла, но одно время мне очень тяжело было и очень обидно. Ну, в общем, не будем на этом. Вот очень красивенько, видите? Уплыл мой цветок, я его положила для красоты. Ну да ладно. И вот здесь вот все, вот смотрите, их можно и как аппликацию использовать, допустим, только центральную часть на изделие использовать. Тут тоже как бы отдельные элементы показаны. Вот как сушить. Крючок, а причем здесь... А, там некоторые элементы крючком связаны. Жгут, как вязать, это мы умеем, да? Он потом пришит, тоже интересно. Ну, это так, тема для минутного видео, да, этого шортс. А вот это вот от макушки, видите? Ну, там те другие от этого, от... с краю вяжутся. Вот этот мне нравится, такой букетик прелестный. Прям букетиком сделано. Это, знаете, хорошая идея вот для детской вещи, для кармашка. Да? Вот такие кармашки сделать на девочке на кардиганчик. Их там больше идей. Вот и вот эти вот там прихватки, да, сделаны. Ну, а как карман. Вообще прекрасно на детские вещи. Вот. Все, девчонки, я на этом заканчиваю. Показала вам книжечку, рассказала, что я хочу. Ну, очень понравилась вот эта идея спицами. Тем более, этот канал у нас как бы в основном все вяжут спицами. Я думаю, пригодятся такие видео. Вы мне напишите свои. И смотрите, 49 крон. Это 2 доллара книга всего. А, вот, кстати, называется магазин. Главное, книги. Кто в Чехии, девчонки, зайдите обязательно. Вот эти скандинавские узоры, там тоже что-то совсем мало стоит. Около того. Вот. Возможно, я еще зайду и куплю еще книг этих. Кстати, вот эти книги, видите, тут вся вот такая вот большая серия. Да, и вот эти шапочки у меня есть детские. И ту я разыграю со временем. Я посмотрю, это 79 стоило. А вот это вот вообще 49, 3 копейки. В общем, вот такую вот книгу я сегодня разыгрываю, и получит ее через 2 месяца самый залайканный комментарий. Вот тот комментарий, который вам понравится. Я отошлю эту книгу в любую страну. Абсолютно в любую. Поэтому все пишем комментарии и лайкаем. Потом мы все решим. И тут... человечек получит вот такую вот прекрасную энциклопедию вязания. Все, девчоночки, на сегодня я с вами прощаюсь. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока!